первому взять слово и, значит, как главному среди этих соревнований, поздравить вас всех. Даже не с тем полученным результатом, которым, в общем-то, можно гордиться, а тем, что я прошел это вот соревнование по аэромодельному спорту. Этот вид спорта узаконен, значит, Международной Федерацией Воздухоплавания. Я вот показывал, и здесь есть у вас положение, ну, как сказать, статья глава устава, не устава, кодекса, глава спортивного кодекса ФАИ, где прописаны правила проведения соревнований и другие положения, которыми руководствуется этот вид спорта. Пока существуют, значит, вот, воздухоплавательные модели только в одном виде, это тепловые аэростаты, именно те, на которых мы сегодня соревновались. Вот это первое. Второе, значит, этот вид спорта внесен в официальную классификацию Госкомспорта, или как он там сейчас называется. То есть, значит, мы с вами являемся, ну, первооткрывателями, первоначинателями вот этого, ну, спортивного движения. Можно сейчас помечтать, что в этом виде спорта можно ставить рекорды, можно проводить всероссийские и международные соревнования. Это все у нас с вами впереди. Но вся, любая дорога начинается с первого шага. Сегодня этот первый шаг сделан. Чем я вот всех нас поздравляю, я вам похлопаю. Значит, очень важно, что эти соревнования прошли без грубых лямов. Это бывает очень часто, когда... Очень бывает досадно, когда дело произошло действительно, ну, такое выдающееся событие, по крайней мере, в мире воздухоплавания. Впервые в России и в Советском Союзе мы, вот здесь присутствующие, провели съезду радиоуправляемых тепловых аэростатов. Это действительно значимое событие в мире воздухоплавания. Я искренне и очень сильно этого хотел. Я не знал, как это реализовать до конца. И вы знаете, вот, ну, такое счастливое сочетание. Ну, видимо, когда вот есть идея такая плодотворная, то она в конце концов реализуется. Реализуется, потому что, ну, находятся люди, которые готовы разделить, понять, подхватить и помочь, поставить плечо. Я благодарю вот здесь присутствующих всех за то, что увидели вот в этом виде спорта и досуга красоту, что вот это... Это свидетельство подписано тремя людьми нашего города. Это глава нашего города. Вот инициатива во многом исходила от Евгения Владимировича в проведении, в организации этой фиесты. И вот такая вот грамота вот у нас есть для вас. Спасибо вам большое. И, дорогие мои, безусловно, вот все то, что произошло, было бы невозможно без помощи Виктора Игоревича, без помощи Александра Владимировича.